Сегодня Дмитрий Медведев провел заседание открытого правительства. В работе приняли участие заместитель премьер-министра, министр информатизации и связи Николай Никифоров и мэр Казани Эльшур Медшин. Вице-премьер рассказал главе государства, как работает система электронных услуг населению. Николай Никифоров заявил, что нужна новая, более эффективная и оперативная система работы с обращениями граждан. В Татарстане вот такая модель достаточно хорошо используется. Я приведу один пример. К примеру, когда мы с помощью такой технологии очень четко обозначили места, где плохо работает сотовый телефон. Вот мы все на сотовую связь жалуемся, но действительно сказать, где и что не так, очень сложно. А посмотрели, здесь вот почти полгорода все хорошо, но есть конкретные места локализации проблемы. Мы их с помощью обращений жителей выявили, именно туда поехал Роскомнадзор, и именно там провел замеры, вынес соответствующие штрафы. В результате управление Роскомнадзора наградили на следующей коллегии Минкомсвязи России, операторы поставили базовые станции, и качество связи улучшилось.